Санкт-Петербург в эфире. Меня зовут Елена Грезина и тренировка Make Body. Силовая тренировка, направленная на проработку всех мышц вашего тела. Для данной тренировки нам понадобится спортивная форма, кроссовки. Это прям обязательно. Далее, любое оборудование, которое у вас есть дома. Могут быть гантели, амортизаторы, бутылки с водой. Все как обычно. Знаем, умеем, практикуем, да? Было бы желание, находите любой предмет, чем можно заниматься. Далее, еще момент. Мы с вами будем использовать сегодня упор на одной ноге. Соответственно, первое, что можно сделать. В некоторых упражнениях я буду об этом говорить, что ставьте ногу на пол, вместо того, чтобы держать ее на весу. Второе, вы можете использовать стул, вы можете использовать стену, в общем, какую-то опору, которую вы будете держаться рукой. Да, добавляйте еще одну точку опоры. Соответственно, вам будет чуть проще, и акцент будет у вас идти не на то, чтобы держать баланс, а уже на конкретно ту мышечную группу, над которой мы работаем. Вот, собственно, все. Давайте начнем. Стопы чуть шире плечи, расправили плечи, вытянулись за макушкой вверх. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох, вниз. Еще так, наверх, вдох. Выдох, последний раз, наверх, вдох. Выдох, поднимаем руки вверх, вытягиваемся, правая, левая. Правая, левая. Корпус чуть-чуть смещается, голова остается на месте. Четыре. Три. Два. Внимание, руки в стороны, вытягиваемся за руками, смещаем корпус, таз остается на месте, таз жесткий, плечи от ушей вниз, руками будто скользим по воде, три, два, есть, опускаем руки, правое плечо вперед, левое, правое, левое, хорошо, еще так, четыре, три, два, внимание, добавьте мах руками. Правой вперед, левой назад. Корпус чуть разворачиваем в сторону. Еще так. Четыре. Три. Два. Последний раз. Хорошо. Опускаем руки, круговые движения плечами. Четыре. Три. Два. По одному, правое, левое. Четыре. Три. Два. Хорошо. Опустили плечи, наклон головы вправо. Центр. Лево, центр, правое, левое. Еще здесь ухом тянемся к плечу, второе ухо вверх, потолок. Осталось два, один, поворот головы вправо. Оп, центр, лево, центр, право. Внимание, полукруг от одного плеча к другому. Обратно. Три, два, есть. Правую руку поднимаем вверх, левая. Тянитесь за рукой вверх, только после этого вытягивайтесь немного назад. Через 4, 3, 2, добавляем в движение ногу, одноименная нога назад. Тянитесь больше вверх, следите за тем, чтобы не было гиперпрогиба назад, да? Жесткий корпус, осталось 2, 1, правой рукой тянемся влево, оп, смена. Тянитесь рукой в диагональ вперед, в угол комнаты. Немного округляйте спину. Осталось два. Со следующего раза так сюда. Также добавьте шаг ногой в эту диагональ. Оп. Оп. Плечи от ушей вниз. Немного округляйте спину. Осталось два. Один. Наклон корпуса право. Наклон корпуса лево. Дышим спокойно, ровно. Еще здесь. Четыре. Три. Два. Внимание, в наклоне три пружины. Три. Два. Один. Вернулись. Три. Два. Один. Вернулись. Еще два раза. Последний. Три. Два. Один. Есть. Хорошо. Прямой спиной опускаемся вниз. Круглой спиной наверх. Прямой вниз. Круглый вверх. Давай еще два. Прямой вниз. Круглый вверх. Последний раз. Вниз. Есть. Хорошо. Стопы чуть шире. Круговые движения тазом. Стопы параллельно друг другу. И круг в другую сторону. Большой-большой хороший круг. Четыре. Три. Два. Есть. Стопы чуть уже. Круговые движения коленями. Вся стопа остается на полу. Три. Два. В другую сторону круг. Поднимаем
ног по возможности кроссовок оставляйте на полу. Правый-левый, быстро чередуй. Оп. Таз на месте. 4, 3. Снова делаем медленно и добавляем присед. Присед. Сгибайте обе ноги, просто одну ногу чуть больше. Таз оставляйте ровным. Живот собран, подтянут. 4, 3, 2, есть. Хорошо, шаг правой ногой в сторону. Шаг левый. Вес тела переносите на ногу в сторону. Ее немного сгибайте в колени. 4 осталось. 3. Через 2. Будем с вами увеличивать амплитуду выпада в сторону. Попробуйте сесть чуть ниже. Ниже. Еще здесь. 4 осталось. 3. 2. Со следующего раза ладони потянитесь к противоположной стопе. Таз все время ниже, чем голова. Вот это супер внимательно. 4 осталось. 3. 2. Последний. Нет, стоп. Правую ногу поставьте вперед, левую назад. Таз потяните вперед, согните правую ногу. Таз назад, согните левую. Таз вперед, правая. Назад, левая. Вперед, правая. Назад. Работай быстро. Вперед, назад. Правая, левая. Итак, всем доброе утро. Кстати, хочу обратить внимание. Почитай, что написано сзади. Есть. Стоп. Смена. Левая вперед, правая назад. Работай медленно. Вперед и назад. Еще так. Вперед. Назад. Последний раз медленно вперед. Назад. Внимание, готовимся работать быстро. Сгибай. Левую, правую. Левую, правую. Еще здесь. 4. 3. 2. 1. Есть. Хорошо. Подняли правую ногу и голенью рисуем круг. 4. 3. 2. В другую сторону круг. Держись. Макушкой тяни вверх. Бедро зафиксировано. Хорошо. Меняй. Оп. За макушкой вверх, живот собран. 3, 2, в другую сторону круг. 4, 3, 2, внимание, правой ногой согнуты в колени, круг назад и вернули обратно ногу. Снова так назад, вернули. Еще два раза, назад, вернули. Последний раз, назад. Хорошо, меняем. Левой ногой также назад. Жестко стоим на опорной ноге. Макушкой тянемся вверх. Два раза осталось. Назад. Вернули. Последний раз. Назад. Вернули. Есть. Хорошо. Все. Опускаемся вниз. Встаем в упор ладони колени. Итак, ладони под плечами, колени по ширине таза. Носки на себя. Здесь прогнулись, посмотрели вперед. Округлили спину, посмотрели вниз. Прогнулись вперед. Округлили вниз. Еще так прогнулись. Плечи от ушей вниз. За макушкой вытягиваемся вперед. Работаем всем позвоночником. Последний раз. Далее к этому движению мы добавляем колено правой ногой. Потянитесь вверх-назад и колено к носу. Вверх-назад, колено к носу. Вверх-назад и напрягая живот, колено к носу. Есть, хорошо, смена. Все то же самое левой. Прогнулись, колено к носу. Еще прогнулись. Колено к носу. Еще два. Прогнулись. К носу. Последний раз. Прогнулись. К носу. Все здорово. Разворачиваемся, ложимся на спину. Итак, круглой спиной вниз. Ноги согнуты в коленях. Стопы на полу. Нижние ребра сзади. Прижали к полу. Пупок к позвоночнику. Руки за голову. Стопы на себя. С выдохом подъем корпуса. Старайтесь поднимать плечи, лопатки над полом. Живот собран, подтянут. 4 осталось. 3. 2. 1. Есть. Сохраняя жесткий живот. Подтяните правую ногу к себе. Левую. Здесь носки. Вытянуть на себя. Вытянуть на себя. Живот держите сильно. Нижние ребра сзади прижаты к полу. Теперь внимание. Когда носки вытягиваем, поднимаем корпус. Когда носки на себя, соответственно, голову опускаем вниз. Опять же, тянитесь вверх плечами и лопатками. Через два.
Одну ногу вытягиваем вперед и продолжаем это же движение. Поднимай корпус, носки на себя. Носки вытянуть, опускай корпус, носки на себя. Четыре. Представляете, что между ногами и головой натянута какая-то бумага. Господи, поменялись. Ничего не успеваю. Фух. Так. Четыре. Три. Два. Один. Есть. Ноги параллельно друг другу. Также, когда поднимаем голову, носки вытянуты, когда опускаем носки на себя. Еще. Четыре. Три. Два. Один. Есть. Хорошо. Все. Стоп. Опускаем правую левую ногу. Есть. Здесь стопы на полу. Поднимаем таз наверх. И медленно, спокойно опускаем вниз. Живот собран, подтянут. Толкайте наверх нижнюю часть таза, лобковую кость. Давай темп 1-1. Оп. Сделаем все сегодня бодро, быстро. Вся стопа на полу. Осталось 4. 3. 2. Последний раз. Есть. Хорошо. Все. Развернулись на бок. Опорную руку согнули в локте, локоть под плечом, нижнюю ногу согнули, верхнюю ногу вытянули, встали в боковую планку. Руку пока за голову. Внимание, потянитесь рукой вперед, ногой назад. Вернулись. Еще так. Рука вперед, нога назад. Живот собран, подтянут. Раз, два. Здесь работаем медленно, все подконтрольно. Опорную руку, лопатку тянем к копчику. Давай, три раза. Рука-нога на одной линии, параллельно полу. Последний раз мы будем менять сторону. Оп. Есть, хорошо, все. Меняем. Другая сторона. Итак, локоть под плечо, лопатку к копчику. Согнули ногу нижнюю, вытянули верхнюю, встали в боковую планку. Руку пока за голову. И то же самое, тянемся ладонью вперед, ногой назад. Вернулись. Снова медленно. Живот собран, подтянут. Избегайте излишнего прогиба в пояснице. Еще. Корпус скручивается у нас совсем чуть-чуть. Четыре раза осталось, и будем вставать. Еще три. Давай, давай. Еще два. Оп. Последний. Раз, два. Есть, все, стоп. Опустились, встаем. Есть. Итак. Фух. Стало жарко, даже в Питере. Ну, здесь нам понадобится либо небольшая гантель, либо можно использовать полотенце, либо можно использовать амортизатор вот в таком положении. Соответственно, приготовьте все это заранее. Мы с вами начинаем с подготовки. Готовы? Ноги широко, вес тела. Правая, левая нога. Итак, носки смотрят чуть-чуть в стороны. Представьте, что перед вами циферблат. Перед вами 12 часов, и вот носки смотрят на час, на 11, максимум на 2 и на 10. Давай, правая, левая, правая, левая. Спина прямая, корпус чуть-чуть наклоняем вперед. 4, 3, 2, есть. Руки перед собой в замок. Соединили ладони, руки вправо, руки влево. Вес тела на правую ногу, вес тела на левую. Итак, смотри здесь, рядом с коленом, здесь напротив плеча. Колено, плечо. Плечи опущены вниз, колено, плечо. Живот собран, подтянут. Сильный корпус, сильный пресс. Колено, плечо. Последний, колено, плечо. Есть, все, берем вес. Либо это небольшая гантель, либо бутылка с водой, либо амортизатор. Итак, стопы чуть шире плеч. Расправили плечи, вытянули за макушкой. Здесь мы будем делать, тянуться к правой ноге и выводить руки перед левым плечом. Правая нога, левое плечо. Правое, левое плечо. Плечи опущены вниз. И здесь следите за тем, чтобы вы не прогибались. Да, если вы понимаете, что вы начинаете уходить назад, значит, слишком большой вес. И согните руки в локтях, да. Уменьшаем рычаг. Можно чуть согнуть руки. Правая. Корпус у нас никуда не скручивается. Со следующего раза вводим руки вправо и через вверх. Напротив левого плеча остановили и скрестно вниз. Раз. И срезали вниз. Наверх. Срезали вниз. Еще. Наверх.
срезали вниз. Руки чуть согнуты, плечи опущены. Следите, чтобы корпус не сильно разворачивался в сторону. Да, вас не должно уносить вот туда. Последний раз. Раз, два. Есть, опустили диск вниз. Присед. Темп 1-1. Вверх у нас отдыхает, работают ноги. Давай, 4 осталось. 3. Покажу, как это делается с амортизатором. Внимание, вправо, через верх, влево. Срезали вниз. Вправо, через верх, срезали вниз. Здесь амортизатор натягиваем. Плечи все ровно так же, опущены вниз от ушей. Давай еще. 4. Если работаете с полотенцем, ну то же самое, да? Растягиваем в стороны. 2 раза осталось. Оп. Вернулись. Последний. Оп. Есть, хорошо. Присед 1-1. 8. 7. Расправили плечи, живот собран, подтянут. Избегайте излишней нагрузки на поясницу. 4. 3. Далее. Если готовы, поднимаем руки вверх. Работаем присед здесь. Либо оставляем руки внизу. Давай, давай, держись. Правая и левая нога работают одинаково. Будьте внимательны. Осталось 2. 1 есть. Хорошо, все, опустили, все, положили. Обязательная компенсация, приставной шаг. Степ-тач. Дыши ровно, дыши носом. Внимание, и маховую ногу ставим перед опорной. 8 раз всего. Мы работали ноги широко. Соответственно, нам нужно компенсировать нагрузку в мышцах, поработать с приводящей группой. 4, 3, 2. Все, молодцом. Ноги поставьте широко. Носки все ровно так же. Вес тела левое и правое. Левое, правое. Работаем на другую сторону. Левое, правое. Живот собран, подтянут. Корпус чуть-чуть наклон. Внимание, руки перед собой. Работаем медленно. Левое колено, правое плечо. Рядом с левым коленом. Перед правым плечом, никуда дальше. Внимательно, чтобы вас не уносило куда-то далеко туда. Перед плечом оставили. 1, 2, перед плечом. Вес тела на левую, вес тела правое. Левое, правое. Последний раз, левое. Ай, здорово, хорошо, берем вес. Также либо гантель, я первый начну с гантелью, либо амортизатор. Расправили плечи, согнули ноги. Есть, вес тела, левое, правое. Давай еще, левое, правое. Плечи от ушей вниз, сильный подтянутый живот, сильная спина. Избегайте прогибов поясницы. Если нужно, сгибайте руки в локте. Давай еще. Настройся поработать. Оп. Работает спина, работают ноги. Последний такой. Далее работаем через верх. Влево, через верх, вправо, срезали вниз. Через верх, срезали. Через верх, срезали. Давай еще раз. 4 раза у нас осталось. Оп. Срезали. 3. Срезали. Давай еще 2. Эй. Последний. 1. Ай, молодцом. Все, вес вниз, приседай. Темп 1-1. Носки колени чуть-чуть в стороны. Тазом назад. Вся стопа на полу. Живот собран, подтянут. Еще 2. Последний есть. Готовимся также в сторону. Через верх. Срезали вниз. Через верх. Срезали вниз. Да, если работаем с амортизатором, растягиваем его как можно больше. Через верх. 4 раза осталось. Через верх. Вниз. Давай еще. Ровная половина круга. Эй. Последний. 1. Есть. Опускаем вес вниз. Присед. Темп 1-1. Давай еще так. 4 осталось. 3, 2. Если готовы, поднимаем вес наверх. Приседай здесь. Живот собран, подтянут. Плечи опущены вниз. Давай немного.
4, 3, 2, 1, есть, хорошо, все, положили. Вдох, выдох, приставной шаг. Приставной, подышать, восстановиться. 4, 3, 2, будьте готовы, добавьте шаг ногой вперед. Мах. Живот собран, подтянут. Включайте в работу внутреннюю поверхность бедра. 4, 3, 2. Внимание, добавьте мах выше. Вот здесь не сбрасывайте ногу, а именно приподнимайте ее вверх. Еще 4, 3, 2, 1. Есть, хорошо, все, встряхнули руки-ноги. Да, вдох-выдох. Далее, выпады. Своеобразные такие интересные выпады. Итак, без тела на правую ногу. Левой ногой назад. Руки поставьте на пояс. Расправили плечи. Приседание в выпаде. Два счета. Вниз. Два наверх. Еще так. Два вниз. Два наверх. Живот подтянуть. Макушку тянемся вверх. Еще. Вниз. Осталось 4 раза таких. 4. Наверх. Живот держать. 3. Еще два. Вся стопа на упор. Последний. Раз. Два. Есть. Хорошо. Берем вес. Это могут быть гантели. Это может быть амортизатор под стопу. Бодибар на плечи. Правая нога вперед, левая назад. Приседание выпадя. Вернулись. Стоим жестко на правой ноге. Давай еще. Вниз. Оба колена смотрят вперед. В верхней точке вес тела на впереди стоящей ноге. Хорошо. Последний. Внимание. Один, трем. Вниз. Медленно поднимайся наверх. Вниз, не падая, все под контролем. Вниз. Медленно вверх. Давай еще. Осталось 4 раза. 4. Еще 3. Эй. Держимся, держимся. Еще 2. Последний. Раз. Есть, хорошо, аккуратно вес из одной руки. Оставили, соответственно, только в правой. Сейчас покажу, как работать с амортизатором. Амортизатор сложили пополам. Положили под правую ногу, в левой руке держим. Внимание, делай выпад, подними левую руку вверх и вернулись. Раз, вернулись. Раз, вернулись. Задача здесь удержать стабильный корпус. Не тянуться за амортизатором. Плечи и таз в один прямоугольник. 8 осталось. 7, 6. Давай еще 5, 4, 3, 2. Медленно работаем. 4, 4, 4. Контролируй таз, контролируй плечи. Вес тела на впереди стоящей ноге. Фу. Вниз. 3, 2, есть, хорошо, все, отпускай все, вдох-выдох, встряхнули ногу, все то же самое, работаем с другой ноги. Итак, левая нога вперед, правая назад, вес тела на левой, приседание выпадет, два счета вниз, раз, два, подъем. Итак, вес тела на впереди стоящей ноге. Оба колена смотрят вперед. Выравниваем таз. Опять же, вот здесь жесткий прямоугольник. 4 раза. Оп. Наверх. Вес тела распределяйте равномерно на всю стопу. Основание большого пальца, основание мизинца и пятка. Последний. Хорошо, есть. Берем вес. Также это могут быть гантели, это может быть амортизатор под стопу. Вес тела вперед, приседай. Два вниз, два наверх. Молодцом. Давай еще. 4 раза таких осталось. Стабилизируем таз, плечи. Давай еще 2. Оп. Последний. Эй. Темп 1-3. Подконтрольно вниз и плавно поднялись вверх. Подконтрольно. Плавно наверх. Дыши спокойно, дыши ровно. Осталось всего 4. Оп. Наверх. Еще 3. Всего 2. Держись. Здорово. Последний раз.
хорошо все. Положили вес с одной стороны, оставили его только в левой руке. Опять же, либо используем амортизатор, либо работаем с гантелью. Здесь мы будем приседать и поднимать правую руку вверх. Раз, вернулись. Давай еще. Выравнивайте корпус. Правая и левая половина в одну горизонтальную линию. Давай еще здесь. Оп, вес тела на впереди стоящей ноге. 8 раз доделаем. Правая рука чуть-чуть согнута. Избегайте излишнего прогиба в пояснице. Поднимайте руку на одну линию с лбом, с лицом. Внимание, 4-4 работаем. 4, 3, 2, вниз. 4, 3, 2, рука вниз, нас наверх, соответственно. Наверх. 3, 2, 2, все, хорошо. Положили вес. Вдох, выдох. Есть. С вами опускаемся вниз. Далее работаем на полу. У нас с вами далее вверх. Итак, вдох, выдох. Глоток воды. Полотенце нам, если нужно. Вот тут можно написать в комментарии, как ваше ощущение, как ваше самочувствие. Тепло ли вам? В Питере так очень жарко. Итак, приготовились. Отжимания. Встаем в упор на ладони, колени. Вес тела переносим вперед. Плечи от ушей вниз. Живот собран, подтянут. Далее локтями тянемся в диагонали назад. Опустились. Подъем. Еще. Вниз. Подъем. Давай еще так. 4. Сильные руки, сильная спина. Лучше всего сгибать руки, оставлять корпус прямым, да небольшая амплитуда. Раз, два. Есть, все. Расслабились, вдох, выдох. Это была подготовка. Разворачиваемся, ложимся на спину. С вами много работали с руками, с ногами. Нужно чуть компенсировать всю эту историю. Руки за голову, колени к себе, правым плечом к левому колену и наоборот. Выдох. Выдох. Живот собран, подтянут, пупок к позвоночнику. Выдох. Выдох. Еще. Выдох. Осталось 8. И снова будем переходить на отжимания. Выдох. Давай еще так. 4. 3. 2. 1. Все, есть. Опустились. Пауза, вдох, выдох. Есть. Разворачиваемся. У нас впереди с вами снова отжимания. Сейчас чуть-чуть развернусь, так посимпатичнее. Так, готово. Вес тела вперед, плечи от ушей вниз, красиво опустились вниз, красиво поднялись наверх. Если готовы, в верхней точке разгибайте ноги. Вниз, наверх. Последний, и вот теперь внимание, мы будем работать по точкам. Три точки вниз. Три, два, один, наверх. Три, два, один. Если готовы, поднимай колени. Три, два, один, наверх. Три, два, один. По точкам. Точка, 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 вверх. Давай еще два. Последний. Три, два, один. Ое, хорошо, все. Расслабились, вдох, выдох. Хорошо, аккуратно поднялись вверх. Живот собрали, подтянули. Носки на себя. Здесь корпус уведите чуть назад. Макушкой вытянули сверх. Поднимаем руки вперед, опускай. Вперед, опускай. Все. Опускай. Вперед, опускай. 4. Подышать, отдохнуть. 3. 2. 1. Все. Снова отжимания. Вес тела вперед. Плечи от ушей вниз. Здесь супер важно, да, не зажимайте шею. Далее на отжимание. Голова все время в одну линию с позвоночником. Итак, два счета вниз, два наверх. Локтями в диагонали назад. Голова в одну линию с позвоночником. Не опускайтесь головой вниз, да, нам нужно не голову отжать. Нам нужно отжаться грудной клеткой. По точкам, три вниз. Три, два, один, наверх. Три, два, один, если готовы, поднимай колени. Три, два, один, поднимай. Три, два, один, поднимай. 4 осталось. Давай, 3. Держись. Еще 2. Оп. Красивые руки. Последний. Оп. Есть, хорошо, все, отдыхай.
Ну так, секундочку задуматься, да, что скоро новогодние корпоративы. Нужно будет надевать красивые рубашки, платья. Поэтому ручки должны быть у нас собранными, подтянутыми. Есть. Носки на себя, корпус чуть назад. И здесь. Поднимаем руки. Вперед. Опускай. Вперед. Опускай. 4 осталось. Отдыхаем здесь. 3, 2, 1. Есть. Хорошо. Все. Здорово. Поднимаемся. Встаем. У нас вторая часть стоя. Здесь тоже выпады. Любимые выпады. Лучшая нагрузка на ноги. Правая нога вперед. Левая сзади. Медленно. Приседание выпадет. 2 счета вниз. 2 наверх. Итак, вес тела на впереди стоящей ноге. Колено идет до носка вперед. Еще. 1, 2, 4 раза. Осталось всего. 4. Вернулись. Еще 3. Оп. Всего 2. Дышим носом. Последний раз. 1, 2. Есть, хорошо, все. Берем гантели, либо, опять же, амортизатор. Что у вас есть? Правая нога вперед, левая назад. Приседание выпадет. 2 счета вниз. 2 наверх. 2 вниз. 2 вверх. Здесь внизу 3 сочки, стоп. 3 счета, стоп. Наверх. 3, 2, 1. Наверх. 3, 2, 1. Со следующего раза, внимание, паузу, приставьте ногу, которая стоит у вас сзади, левая, к себе, назад, наверх. При подъеме вес тела остается на впереди стоящей ноге, и грудной клеткой тянемся вперед. 1, к себе, назад. 4 раза еще. Оп. Наверх. 3. Давай. Еще 2. Оп. Последний. Внимание, оставили ногу сзади. Темп 1-1. Только приседание выпадет. Если тяжело работать в этот темп, работай медленнее. Еще здесь. 4, 3, 2, 4. 4. Супер медленно. 4, 3, 2. Наверх. 4, 3, 2. Вниз. Наверх. 4, 3, 2. Есть. Положили вес. Далее, если у вас есть маленькая, легенькая гантелька, вообще нам на килограмм, не больше, ее можно использовать сейчас. Итак, смотри, стоим на правой ноге, левую ногу назад. Внимание, приседание выпадет. 2 счета вниз. В верхней точке согните ногу в колени. Вот здесь можно использовать упор на стену, да, либо на стул. Вниз. Внимание. Добавьте мах рукой в сторону. 1. В сторону. 1. Согнули ногу, рука в сторону. 1. Внимание, со следующего раза рука у нас пойдет наверх. Наверх. В сторону. Когда приседаем, рука вверх. Когда сгибаем ногу, рука в сторону. В сторону. Еще. 1, 2. В сторону. 1, 2. В сторону. Последний раз. 1, 2. Есть. Оставили руку в стороне и рукой пружиним. Стоим либо на одной ноге, либо вторую поставьте на пол. Выберите свой вариант. Разный уровень подготовки. Разная нагрузка на колени. 4, 3, 2, 1. Все, хорошо. Расслабились. Вдохнули, да? Все то же самое. Работаем с другой ноги. Итак, приготовились. Левая вперед, правая назад. Приседание выпадет. 2 счета вниз. 2 наверх. Всегда начинаем без веса. Даем нервной системе адаптироваться под упражнение, которое будем делать. 1, 2. Оттачиваем технику. Помним, сделай хорошо, и за 3 раза будет тебе хорошо. Есть. Все, берем вес. Расправили плечи, вытянули за макушкой. Вес тела на левую ногу. Приседание выпадет. 2 вниз. 2 наверх. Давай, 4 раза здесь сделаем. 3. Выравнивайте таз. 2. Со следующего раза у нас внизу будет пауза. 3 счета, стоп. 3, 2, 1. Наверх. 3, 2, 1.
Хорошо. Со следующего раза в паузу приставьте ногу к себе. Раз, к себе, назад, наверх. Раз, к себе, назад, еще. Давай, 5 раз осталось. Приседай ниже, живот собирай. Следите, чтобы это было именно присед, а не наклон. Отлично, еще 2. Последний. Раз, 2, увели ногу назад, приседание выпадет 1, 8, 7. Контролируйте таз, правая, левая в одну горизонталь. Давай еще, 4, 3, вес тела на левую, 2, 1, 4, 4, супер медленно. 3, 2, наверх. Давай вниз. Оп. Наверх. 4, 3, 2. Ай, хорошо. Положили вес. Вдох, выдох. Дальше также либо маленькая гантель, либо без веса. Стоим на левой ноге. Помним, можно использовать упор. Медленно приседаем вниз. При подъеме сгибаем правую ногу. Вниз. При подъеме сгибай. Вниз. Наверх. Здорово, еще. Оп. Внимание, добавим руку. Рука в сторону, правая. Вниз. В сторону. Еще вниз. В сторону. Держись, держись, держись. Вниз. Со следующего раза рука пойдет вверх на приседание. При подъеме рука в сторону. Если тяжело сгибать ногу, оставляйте ее на полу, да? Все безумно просто. Держи корпус жестким. Давай, еще 4 осталось. 4. Еще 3. Можем, можем, можем. Еще 2. Оп. Последний. 1, 2. Стоп, поставили здесь пружин. Плечо от уха вниз. Стоим либо на левой ноге, либо поставили правую на носок. Либо вообще стоим на двух ногах. Тоже как вариант. 4, 3, 2. Есть, хорошо, все, сбросили руку. Вдох, выдох, стряхнули ноги. Снова приставной шаг. Чуть подышать, восстановиться. Прийти в себя. Дышим, дышим, дышим. Осталось 4, 3, 2, 1. Есть, хорошо, все, расслабились, вдох, выдох. Стоим на правой ноге. Левую ногу поставили назад, правую руку к себе. Опуская локоть вниз, в сторону. Вниз, в сторону. Вниз, в сторону. 4 осталось. 3, 2, 1. Внимание, правым локтем рисуй большой круг. Стоим на правой ноге. Еще немного. 4. Это подготовка, не бойтесь. 4, 3, 2. Есть, поменяли. В сторону. Стоим на левой. Правый лоб в сторону. 1, 1. 4, 3, 2. Отлично. Правым локтем круг. Оп. Понаблюдайте за своим самочувствием. Сколько воды из вас уже вышло? 4, 3, 2. Есть, хорошо. Все, встряхнули руки, ноги. Вдох, выдох. Есть, хорошо. Поставьте ноги широко. Здесь работаем с весом собственного тела. Снова возвращаемся, как помните, делали в начале. Вес тела. Правая, левая. Правая, левая. Сгибайте ноги в коленях больше. Живот собрать, спина прямая. Давай еще здесь. 4, 3, 2. Мы снова будем работать медленно. Внимание, уводя вес тела направо, правая рука вверх. Центр, левая рука вверх. Центр. Раскрываем руки, спина прямая. Будьте внимательны, работаем темп 1-1. Правая, 1, левая, 2. Правая. Здесь акцент больше на руке. Вес тела немного в сторону. 1. Внимание, правая, левая, быстро. Правая, левая. Правая, левая. Акцент на движение рук, на включение мышц спины.
тянитесь руками назад. И ровно, когда руки напротив корпуса, тормозите движение. Включайте в работу мышцы спины, мышцы живота, мышцы груди. Правая, левая, если сложно, ноги уже. Правая, левая, правая, левая. Еще. Оп, оп. Плечи опущены вниз. Давай немного. 4, 3, 2, 1. Есть, хорошо. Марш, марш. Сейчас пойдем так. 4, 3, 2. Открытый шаг, открытый. Чуть-чуть все это дело покомпенсируем. Внимание, колено к плечу. Локоть к колену. Локоть к колену. Дышим носом, макушка тянись вверх. Такое силовое, легкое силовое кардио. Живот собирай. Еще здесь. 8, 7, 6. Держись. 5, 4. Еще 3. Будьте готовы, мы снова будем махать руками вправо-влево. Есть, правая. Раз, левая. Правая, левая. Сильные руки, сильная спина. 4, 3, 2, 1. Есть, локоть колено. Оп, оп. Скручиваемся. Это последний подход здесь. Держись. 4 осталось. 3, 2. 1, есть, хорошо, все, расслабили руки, да. Мы с вами опускаемся вниз. Есть. Вдох-выдох. Ложимся на бок. Специально все делаем медленно, потому что немножко восстановили дыхание, если это нужно. Итак, ложимся на бок. Нижнюю ногу вытяните чуть вперед. Верхнюю ногу положите перед собой. Мы с вами работаем с мышцами внутренней поверхности бедра. Нижнюю руку вытягиваем. Верхние ягодицы потянитесь к пятке. Здесь приподнимаем ногу и опускаем вниз, не касаясь пола. Наверх. Вернулись. Привет, пилатес. Очень классный урок, классная тренировка. Если кто еще не пробовал, обязательно попробуйте. Супер хорошо работает с мышцами кора, подтягивает живот. Соответственно, чем сильнее будут мышцы кора, тем легче будет выполнять упражнения в силовых тренировках. Выдох. Выдох. Голова расслаблена. Отдыхай. Выдох. Выдох. Давай, немного осталось. 4, 3, 2, 1. Все, молодцом. Меняем сторону. Другая сторона. Ложимся. Итак, также рука одна под голову. Можно вытянуть, можно согнуть. Верхнюю ногу перед собой. Ягодицу потяните чуть вниз, к ниже лежащей ноге. Нижнюю ногу уводим чуть вперед. И приподнимаем ногу и опускаем вниз, не касаясь пола. Живот собрать. Оп. Давай, работаем еще здесь. Голова, шея расслаблена, руки отдыхают. Раскроем маленький секрет. У нас впереди снова отжимания. Планки. Поэтому сейчас дайте отдохнуть рукам. У нас осталось 8, 7. Живот собран. Держись. Давай еще 4. Оп. 3, 2, 1. Есть, все хорошо. Отдохнули, вдох-выдох. Развернулись на живот. И отсюда поднялись вверх, встали в планку. Итак, мы работаем с вами отжимания на трицепс следующего формата. Встаем в упор, ладони, колени. Здесь сгибаем руки в локтях, грудью тянемся вниз и поднялись. Локти как можно ближе к себе. Вот тут таз остается наверху. Да, как ни странно, он наверху пока. Со следующего раза мы будем вытягивать правую ногу назад. Правую назад. Вернулись. Еще. Назад. Вернулись. Корпус ровно. Живот собран, подтянут. Вернулись. Теперь, внимание, у нас будет комбинация. Сгибаем руки, нога пошла вверх. Стоп. Поставили ногу на пол. Поднялись в планку, подтянули левое колено к себе. Опустили вниз. Отжимание. Поставили ногу на пол. Поднялись в планку, подтянули левое колено к себе. Вниз. Наверх. Плечи все время от ушей вниз. Помним, лучше сделать маленькую амплитуду, да, вот здесь. Но сделать движение
Верно. Давай, два раза осталось на эту сторону. Раз, два. Колено к себе. Последний раз. Колено к себе. Есть, все, стоп. Пауза, отдохнули. Расслабили руки. Все то же самое нам предстоит на другую сторону. Я верю в вас. Ребят, надо собраться, надо сделать. Итак, приготовились. Встали, упор, ладони, колени. Начинаем с простых отжиманий. Только вниз, локти как можно ближе к себе. Мы отжимаемся на трицепс. Давай, давай, еще. Последний раз такой. Есть, добавляй левую ногу. Тянемся ногой назад, грудью вниз. Вернулись. Живот собран, подтянут. Вес тела распределяем равномерно на две ноги. Раз, два, комбинация. Одно отжимание. Оп. Поставили ногу, приподняли правое колено, подтянули его к себе. Отжимание. Раз, два. Колено. Раз, два. Еще так. Раз, два. Наверх. Колено. Работаем здесь. Три раза осталось. Раз, два. Хорошо, еще два. Держимся, держимся. Давай, 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 давай. Последний раз. Раз, два. Наверх. Колено к себе. Ай, молодцом. Все, есть, отдохнули. Расслабили плечи. Вдох, выдох. Ложимся на спину. Работаем последний раз мышцами живота. Итак, ноги наверх. Живот собрали, подтянули. Руки вдоль корпуса. Ногами рисуем круг в одну сторону. И круг ногами в другую сторону. Если тяжело с прямыми ногами, согните ноги в колени и работайте круг коленями. Итак, живот собран, подтянут, бок к позвоночнику. Работаем здесь. Сильный-сильный живот. Нижние ребра сзади лежат на полу. Раз, два. Последний. Раз, два. Сохраняя живот, подной ноги вниз. Правая, левая. Вытягиваемся за макушкой вдаль. Живот держать. Совсем немного. Четыре. Три. Два. Один. Есть. Хорошо. Все. Согнули ноги. Разворачиваемся. Финалем. Встали в упор на локте. Встали в планку. Вытянули за макушкой. Плечами от ушей вниз. Живот подтянуть. Три. Два. Есть. Все. Колени в пол. Сед на пятках. Пауза. Есть, хорошо, переходим к заминке. Хорошо. Ложимся на спину. Ох, отлично поработали сегодня. Круглый спиной вниз. И отлично расслабимся. Люблю это дело. Хорошо. Руки поднимите вверх и потрясите руками. Хорошо, сбросили руки. Ноги остаются на полу, потрясите ногами. Снимите напряжение. Хорошо. Правую ногу поднимите наверх и потрясите ногой здесь. Сбросили. Левая. Сбросили. Хорошо. Вытягиваемся за руками, за ногами, так будто только что проснулись. Отлично. Хорошо. Разворачиваемся на бок. Есть. И аккуратно поднимаемся, садимся. Хорошо. Расправьте плечи. Вытянули за макушкой. И аккуратно потянитесь назад. Расслабьте спину и просто покатитесь, да, назад. Мягко, плавно поднимаемся вверх. Есть. Расправили плечи. Правая рука вниз, левая вверх, наклон. Хорошо, в другую сторону. Наклон. Есть, хорошо. Плавно поднимаемся, встаем. Встряхните ноги, руки. Хорошо, кисти назад в замок. Грудной клеткой вытягиваемся вверх. Плечами потянитесь назад, раскройте мышцы передней части тела, груди. Хорошо, обнимите себя за плечи и локтями потянитесь к животу. Хорошо. Разгибаемся. Руки через стороны вверх. Вдох. И выдох. Сбросили вниз.
Хорошо, поднимаемся вверх. Мы расправьте плечи. Красивая осанка. Правая. Левая. Вы большущие молодцы. Мы отлично поработали. Вы супер классно позанимались. Гордитесь собой. Гордитесь тем, что очередную тренировку сделали с нами. Может быть, были те, кто только к нам присоединился. Этому мы безумно рады. Что пишите комментарии, ставьте лайки, да, делитесь с нами, рассказывайте о том, что можно заниматься в любом месте, неважно, где бы вы находились. Главное, метр на метр свободного пространства и ваши желания. Да, все, что вам нужно. Ну что, буду рада всем комментариям и до новых встреч. Пока-пока. I can see all the ways we built it up, the ways we let it down.